Всем привет, ребят, с вами Экстра Экстрим, и да, вы видите, это строительная техника, и смотрите, они сюда приехали с этими техниками, просто вон там БелАЗ стоит, там еще вот сейчас даже посмотрим, смотрите просто, что они делают, они уже один дом снесли, и я такой думаю, что они тут делают, подойти к ним, разобраться. И вон, видите, столбы, фонари построили. Я не знаю, что они делают. Короче, я сейчас беру меч и сейчас иду к ним. Если что-то не так пойдет, ну, я с ними буду тогда по-другому разговаривать, потому что это не означает, что жителей нет тут в деревне. И все можно сносить. Так что давайте сейчас возьмем. Все, я взял, давайте сходим, поговорим с ними. Добрый день. Вы можете подсказать, что здесь происходит? Я житель этой деревни. И что тут происходит? Короче, здесь происходит строительная работа. Да. И вы вообще кто? Вы не мэр, вы не заместитель его. Жителей тут больше нет, они тут не живут. Они уже много дней, много времени уже не оплачивают долги и вот это вот все. И мы собираемся всю эту деревню сносить. Если вы кто-то, то можете показать удостоверение по поводу этой деревни? Я не понял, с какого перепуха вы это все сносите? Я сейчас могу просто убрать эту вашу всю технику. Вы ее не уберете. Да спорим? Спорим. Что ты там сказал? Пошел отсюда. Так, кто тут еще? Что вы тут делаете? Я отсюда. Тоже пошел. Пошел отсюда. Так, они говорили, что я не уберу эту технику. Но сейчас будем убирать тогда. Так, как этот... Сейчас, подождите. Как это убрать? Сейчас, я даже знаю. Пошел отсюда, так. Эту технику убираем. Вот эту технику убираем. Вот эту технику тоже убираем. Ну и вот этот вот убираем тоже. Все. Можно даже эти столбы снести. Да. Ну вот свет мы сейчас уберем. В принципе. А вот на вот эти вот... Ну, вот эти вот столбы без света. Ну, то есть вот на вот это вот дерево. Столбы. Мне, в принципе, пофиг. Вот как-то так, ребятки. Ну что же, думаю, вам понравился данный видеоролик. Вот такой вот получился ролик. Немножечко агрессивный, потому что, ну, все-таки они сносят фактически мою деревню, потому что я ее защищал. Я почти тут главный. Ну, можно сказать, главный, потому что я защищал от монстров, как бы, я защищал. Только вот где жители, это вот загадка, да. Надо, не знаю, дождать, наверное. И не знаю, что через сколько осталось там. 3-2 дня, походу, и будет наступление жителей. Не знаю, придут они сюда, либо кто-то другой придет. Но я буду дожидаться того момента, кто сюда придет, и я буду с ним сражаться. Ну что ж, думаю, вам понравился данный видеоролик. С вами был я, Экстра Экстрим. Спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем до скорых встреч и всем пока!